А юночка красавица, луналикая моя. Не явился. Ну и где ты пропадал? Я тебя уже третий день здесь жду. Мой дом снова ожил. Какой же я счастливчик. Как же я соскучился по тебе, а юночка моя. Соскучился. Блуждал бы еще день, вообще меня не увидел. Пойдем в дом, кормить тебя буду. Какой же я счастливый, а юночка моя. Зачем уезжаешь? Осталось бы еще у Ванчика. Ванчик соскучился. Ага. А экзамены ты за меня будешь сдавать? Умница моя. А когда опять приедешь? Зачем? Приеду, а тебя опять нет. Хотик не должен дома сидеть. Зверь без охотника портится. Дедушка, ну тебе уже не 40 и не 50 лет. Ну нельзя тебе так далеко ходить. Хорошо, хорошо. Сосновым, чесной порядок. Андрейка не приехал? Дарья Прокофьевна сказала, что сегодня. Сегодня? А ты почему здесь? Так я сама решила. Андрейка приедет, а тебя нет. Он Полинку любит. Он женится на ней. Как приедет, так сразу и женится. А как моя Юна плакала, когда Андрейка в Москву уезжал? Как моя девочка плакала? Сама маленькая, а каждая слезинка с кулачок. Не было этого. Андрей? Так вот кто у нас здесь прячется. Аюна. А я думаю, чей велосипед стоит? Здравствуйте. С приездом вы к дедушке? Он на пасеку ушел, скоро вернется. Подождете? Конечно, подожду. Иди сюда. Дай на тебя посмотрю. Как ты выросла. Красавица. Настоящая невеста. Учишься? Подожди, подожди. Да, я сам скажу. В 10 классе. Нет. Не остался последний год в медицинском техникуме. Скажите, пожалуйста. Ганжа! Здорово! Ванчик, здравствуй, дорогой. Хорошо пришел, Андрейка, вовремя. Будем новый молодой мед кушать. Один пришел? Нет, не один. Сейчас Полина с другом подъедут. Полина? Как хорошо! И друг тоже хорошо. Опять у Ванчика будет праздник. А у нас там чайник. Хорошо, дедушка. Сколько мы не виделись? Год? Год. На восьмерке будешь работать? Пока не знаю. А Юна как выросла. Настоящая невеста. Ждала тебя, пока ты вернешься. Смешная она. Почему смешная? Любит тебя. Не надо ей меня любить, Ванчик. Пройдет время, и она встретит своего парня. Может быть. Но, похоже, ей не надо другого. Ты поговорил с ней? Хорошо. Поговорю. Все, я поехала. Ты куда? Надо ехать, а то на автобус опоздаю. Ха, какой автобус, глупая? Дождь будет. Я тебе говорила, что у меня экзамены. Говорила, чтобы ты далеко не уходил. Теперь мне ехать надо. Сам виноват. До свидания. Ну, куда ты поедешь одна? Оставайся. Ничего. Я привыкла. С ума сошла, что ли?
Да, Торопцов. Действительно, очень подозрительная персона. Они меня не задержали. Я их сама нашла в курилке. С вами я потом разберусь. Несите службу. За мной. А ты? Что здесь делаешь? У тебя же экзамены. Я от сестры сбежала. Очень весело. Почему? Она с родственниками хочет выдать меня замуж. Уже и жениха нашли. Товаровед. Так, так, так. А Ванчик? Он с ними заодно? А что им Ванчик? Они его слушать не будут. Отдадут и не спросят. Что ты прикажешь мне делать с тобой? Спрячьте меня. Хотя бы на неделю. Ну ты даешь. Где я тебя спрячу? Я сам на заставе живу. И я буду на заставе. Проголодалась. Холодная совсем. Вкусно. Я люблю холодное. Вот белье. Ты спать ложись, а я пойду наряд отправлю. Я без вас не лягу. Это что за новость? Ты вообще здесь находиться не должна. Это застава, а я на дежурстве. Поэтому подчиняйся, а то к сестре отправлю. А я снова сбегу. Ложись спать. Я не хочу спать. Буду вас ждать. Меня не надо ждать. Я в казарме лягу. Вы стесняетесь меня? Тогда скажите всем, что я ваша невеста. Выключи свет перед сном. Я все равно без вас не усну. Ну что ты как маленькая? Я не маленькая. Я люблю вас. Только вас. Вы это знаете и нарочно говорите, что я маленькая. Я же к вам приехала. К вам. Юночка, дорогая моя, если ты взрослая, то ты поймешь меня. Я тоже должен любить тебя. Я уверен, что ты найдешь того человека, который будет любить тебя так же, как и ты его. Не будет этого. Идите опоздайте наряд отправить. Утром разбужу. Спасибо тебе, Удаган, что спасла моего братишку. Спаси тебя, Господь. Берегите себя. Легкого вам пути. До свидания. Спасибо. Может, все-таки с ними пойдешь? Да, лучше я тетушку завтра с самого утра. Жалко, время быстро пролетело. Это была самая лучшая фельдшерская практика, которую только можно придумать. Не хочется от тебя уходить. Так бы и жила с тобой, помогала бы тебе. Да я и сама бы тебя не отпустила. Мне же тоже хорошо с тобой. Руки у тебя добрые, терпеливые. Взгляд ясный, сам по себе лечит. Паломники тебе доверяют и тянутся к тебе. Может, я тоже шаманка? Ты же моя тетя, а? Нет. Нет, у тебя другой путь. Какой? Ты видишь его? Твоя сила, она не дает мне его увидеть полностью до конца. Моя сила? Какая у меня сила? Да, Юна, у тебя есть и сила, и предназначение. Предназначение? Какое? Ты будешь счастливой. А это не каждому дано испытать. Правда? Правда. Правда, мой светлячок. Все равно он ее любит, а не меня.